Российская актриса Алена Яковлева за свою творческую карьеру сыграла так много ярких ролей в кино и сериалах. Еще с детства она мечтала стать актрисой, как ее звездные родственники. И эти мечты, очевидно, сбылись. Однако сейчас в жизнь Алены Яковлевой пришли трагические новости. Накануне стало известно, что мать Алены ушла от нас. Об этом написала дочка Алены Яковлевой и внучка ушедшей Киры Андреевны. В своем сообщении она написала душераздирающую историю о любви к своей бабушке. Нужно сказать, что Кира Андреевна обладала стальным характером, и это отмечали все родственники и друзья. Вот и сейчас внучка добавляет, что помимо этого она была и лучшим примером в жизни. Они вместе с мамой всегда тянулись к бабушке, ведь видели в ней кучу самых разных смыслов. Сейчас ее называют большой личностью, королевой, интеллигентной и аристократичной женщиной. Многочисленная аудитория сразу же высказала свои соболезнования всей семье. Напомним, что Кира Андреевна была замужем за актером Юрием Яковлевым, однако развелась с ним в 61 году, будучи на 7-м месяце беременности. Тогда ходили слухи, что они развелись из-за новой влюбленности актера в дочку Аркадия Райкина Екатерину. Как бы там ни было, сейчас вот такой трагический финал. На нашем канале еще много интересной информации. Подписывайтесь. Всего вам доброго.